1 сентября – волнительный день для каждого казахстанского школьника. Но далеко не все из учащихся могут прийти в первый класс полностью подготовленными. Чтобы ребята из семей с маленьким достатком или неполных семей не чувствовали себя ущемленными, и нужны акции, такие как «Дорога в школу». Бизнесмены и чиновники, депутаты и общественные деятели и просто неравнодушные люди приобретают за собственные деньги все необходимое для школы и затем вручают школьникам. Благодаря акции тысячи мальчишек и девчонок получили школьную форму и полностью укомплектованные рюкзаки. Сегодня подарки получили ученики из малообеспеченных и многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Шестиклассник Рустем Алихан – один из тех, кто попал в списки меценатов. Мне подарили школьный рюкзак и другие канцелярские товары. Рюкзак также не был пуст. В нем я нашел тетради, карандаши и фломастеры. Спасибо за такой подарок. Я безмерно счастлив. В Альфа-Арабийском районе около 2000 детей из малообеспеченных семей. Подарки получили больше половины из них. Стоит отметить, что в акции принимают участие руководители учреждений вне зависимости от формы собственности, акимы районов, предприниматели, государственные служащие и представители неправительственных организаций. Школьными принадлежностями были обеспечены учащиеся от 2-х до 6-х классов. К примеру, рюкзак каждого ученика 2-х и 3-х классов наполнен всем необходимым и стоит порядка 15 тысяч тенге. Для учеников 6-х классов такой рюкзак стоит дороже – порядка 20 тысяч тенге. Не осталось в стороне от акций и администрация одного из крупных торговых центров, которая подарила детям удивительное сказочное время, проведенное на аттракционах совершенно бесплатно.